Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Женя, а вы посетили кальянный канал Sweet Smoke. Продукт Сарма сегодня будет в центре внимания. Мы поговорим немного о самом бренде, а акцентировать внимание будем на новых вкусах, которые недавно вышли. И перед началом этого ролика я хотел бы поблагодарить магазин платформа 9 3/4, который поделился с нами этими новинками. Кстати, у ребят они появляются одними из самых первых, сразу после релиза в других странах. Поэтому, если ты хочешь попробовать эти продукты с пылу с жару, ссылочку я оставлю в описании. Ну а для того, чтобы подогреть твой интерес, в этом видео будет крутой розыгрыш. Ну что, погнали! Как всегда, усаживайтесь поудобнее, заваривайте себе вкусный чай и забивайте чашечку. Ну а мы начинаем. Сарма – это продукт родом из Сибири. Что мы знаем о Сибири? Там очень холодно и народ там суровый. По крайней мере, у меня было такое представление о этом регионе России. И что интересно, эта компания знакомит нас не только со своим продуктом, а также со своей родиной. Ведь на каждой упаковке представлены фотографии разных уголков Сибири. Это же говорится на блоке «Отправляйся в путешествие». И это очень крутой подход. И когда я посмотрел на эти пачки, я сказал, да в Сибири реально красиво. Там огромное количество красивых живописных мест. И мне даже на секунду захотелось туда поехать, чтобы посмотреть на это все. Ведь каждая упаковка, каждая, имеет свою уникальную фотографию. На вкусе торт медовик, который забит у меня на первой чашке, изображены чарские пески. И это я узнал прям с упаковки. Так они и говорят, мы любим Сибирь и знакомим вас с ее невероятной природой на каждой пачке. Очень крутой и интересный подход. Ребятам однозначно за это лайк. Здесь используется бленд Вирджинии и Берли. Фасовка представлена в 40-граммовых и в 120-граммовых банках. На текущий момент розничная стоимость вот такой 40-граммовой упаковки это 150 гривен, а бокса 120 грамм 340. Много это или мало? Честно, судить пока я не могу, потому что сегодня мое первое официальное знакомство с продуктом Сарма. Да, конечно, я пробовал его много раз на фестивалях, но это не то. И сегодня я предлагаю отдельно углубиться и поговорить о новых вкусах. Два новых вкуса, которые были представлены компанией Сарма недавно, и еще один, который приехал к нам в страну в магазин платформа 9 3/4. Сейчас в чашке у нас забит торт медовик. Давайте сделаю еще несколько тяг для того, чтобы сформировать впечатление об этом вкусе. Это яркая медовая кондитерка. У меня в семье очень любят торт медовик. Этот вкус я знаю отлично, но здесь, как по мне, не хватает этого коржика. Есть именно бисквит. Бисквит он хороший, а вот основы коржа, к сожалению, я не чувствую. Давайте посмотрим, что пишет производитель в описании к этому вкусу. Торт медовик. Любимый с детства десерт. Ароматные медовые коржи и нежный сливочный крем. Справедливости ради скажу, что сливочность здесь чувствуется, такая небольшая нотка. Но вот эти ароматные медовые коржи я чувствую бисквит с медом. Опять-таки, мы должны понимать, что понятие вкуса это будет всегда субъективно. И если где-то мне кажется, что здесь нет коржа, а больше доминирует бисквит, кому-то может показаться по-другому. Но если вы доверяете моему мнению, то оно сейчас такое. Также производитель заявляет, что это продукт средней крепости, но я ее здесь не чувствую. Я решил не использовать фанелы, а все забивать сегодня на прямотоках. Ассоциации, которые многие говорят, что это будет приблизительно как ДС. Нет, это ниже. Это мягко, это насыщенно. Это, да, действительно вкусно, хоть попадание не стопроцентное, как по мне, но здесь нет средней крепости. Я бы сказал, что-то среднее между легким и средним. А теперь я предлагаю забить две чашки и попробовать новые вкусы. Это банановое суфле и земляничное печенье. Итак, друзья, банановое суфле я уже забил, а теперь мы переходим к земляничному печенью. Вскрываем упаковку, у нас есть такая отрывная линия. Разрываем ее, как вандалы.
Внутри нас ждет вот такой обычный пакетик. По консистенции продукт довольно жидкий, но пушится без особых сложностей. Мы сразу будем выбрасывать его в чашку. Для забивки я использую нашу Юнику в глазури. Мне интересно, как продукт раскрывается на глазурированных чашках. Нарезка довольно мелкая. Надеюсь, никаких траблов у нас не будет, ничто не осядет и тяга не забьется. По крайней мере, не должна. Так, теперь все это дело разровняем аккуратненько. И готово. Наша чашка забита. Пахнет, кстати, очень клево. Это, я бы не сказал, что это земляника, но это классное ягодное печенье. Когда-то давно-давно, лет так 20 назад, бабушка в деревне готовила в печи печенье ягодное. И это именно оно. Круто. Так, теперь ставим call-out. Прогреваем чашку, а рук наш от Gusto Balls, я думаю, уже готов. Будем взрывать. Поэтому наводим здесь порядок, а вы пока не переключайтесь. Итак, пока наша чашка догревается, я думаю, вы заметили, что сегодня я работал аксессуарами от Criss-Cross. Это новинка, которая вышла совсем недавно, кальянный мультитул. И я предлагаю его разыграть. Вот такой вот красавец достанется одному из вас, возможно, даже тебе. Все, что нужно, это поставить лайк под этим видео, ударить в колокол, чтобы не пропускать новые видео, и, конечно же, подписаться на канал и оставить текстовый комментарий. На какой из продуктов, новинки которых вышли за последний месяц, ты хотел бы увидеть пятничный или субботний выпуск в ближайшее время? Оставляйте комментарии, а уже через несколько недель, через рандом Lisa on Air, мы выберем одного счастливчика, который получит кальянный мультитул от компании Criss-Cross совместно в коллаборации с блогером Overlord. Ну а мы переходим к тесту новинок. Итак, друзья, банановое суфле. Это десертный вкус, хорошо слышится сливочность и банан. Я бы не сказал, что это полноценный вкус для того, чтобы курить его в соло, но для каких-то кондитерских миксов он зайдет идеально. Давайте посмотрим, что о нем говорит производитель. Банановое суфле – это воздушный сливочный десерт с мякотью спелого банана. Да, я соглашусь, попадание отличное, но ничего необычного. Это классное кондитерское дополнение, не более. Как вы, наверное, заметили, колба у меня превратилась в какой-то чай. Из этого мы можем сделать вывод, что продукт довольно сиропистый. Когда я менял чашки, которые постояли буквально 5 минут, потеки были огромные. Будьте к этому готовы, если будете работать с продуктом Сарма. Также по жаростойкости хочу сказать тем людям, которые сравнивают его с Дарксайдом. Не знаю, насколько это правильно, но жаростойкость у продукта не сильно большая, так как на трех углях он немного подгорает. Поэтому я советую все-таки греть на трех, а для комфортного курения уже использовать два угля. Итак, третий вкус. Земляничное печенье. Самый свежий, самый новый. Давайте пробовать. И знаете, наверное, это самая крутая чашка за сегодня. Как я и говорил в начале, это вот именно те ягодные печеньки, с которыми у меня ассоциация, которые бабушка делала в детстве в деревне. Очень классно. Даже, наверное, не земляничное, а ягодное печенье. И вот как раз смесь ягод, не только земляника, а еще чего-то другого, придает поистине яркого вкуса этой кондитерки. Отлично зайдет как в миксы и круто курится в соло. Поэтому земляничное печенье бесспорно входит в наш топ среди этих трех вкусов. И давайте дадим оценку остальным двум. На втором месте у нас будет торт медовик. И третье место — это банановое суфле, который показался мне не совсем понятным и не совсем самостоятельным. Вывод по этому продукту я делать не буду, потому что это не обзор на сам продукт Сарма, а больше знакомство бренда с моей аудиторией, а также рассказ о трех вкусах. Поэтому, друзья, делайте вывод для себя сами. Рейтинг этих вкусов мы выведем здесь.
а вы решайте, какую новинку вам стоит покупать. Хочу напомнить, что все их можно приобрести в магазине «Платформа 9¾». Поторопитесь, так как самые вкусные, самые сочные новинки расходятся очень быстро. Ссылочку я оставлю в описании. Очень надеюсь, что этот выпуск был для вас полезен. Если да, то ты знаешь, что делать. Подписывайся на канал, ставь лайк под этим видео и бей со всей силы в колокол, чтобы не пропускать новые выпуски. Ведь каждую пятницу Аркадий ждет вас со своими обзорами на новые вкусы, а также новостями в индустрии. А я жду вас каждую субботу с большими обзорами на разные бренды из Украины и других стран. Все, друзья, закругляемся. С вами, как всегда, был я, Женя, кальянный канал Sweet Smoke. Ну и по стариночке, курите правильные кальяны и смотрите правильные обзоры. Ну а также участвуйте в розыгрыше мультитола от Criss Cross. До встречи через неделю. Пока-пока.